Здравствуйте, дорогие зрители! Сейчас я вам расскажу, как изменилась Женя Батюшка после окончания проекта. Она написала вот такой пост в Инстаграм. Я хочу выразить свою благодарность всем людям, которые работали над проектом, а в частности над моей судьбой. Всем, кто увидел во мне потенциал и просто поверил в меня. Именно благодаря вам моя жизнь стала совершенно другой, ведь никто не знает, что сейчас было бы со мной, если бы не проект. Но не будем о плохом. Хочу сразу внести ясность. Я не стала леди, а осталась человеком. Для меня это превыше всего. Я могу выглядеть как угодно, это никак не влияет на мое поведение и отношение ко всему миру. За меня краснеть не будут, я не позволю себе опозорить честь школы. Меня верят люди, а самое главное – я верю в себя. Я благодарна каждому, кто рад за меня, и за все слова, которые согревают душу. В каждом из вас есть частичка меня, поэтому если я смогла, значит и ты сможешь. Друзья, помните, человек должен быть писателем своей судьбы, а не читателем чужой. Вот от души и в сердце, с любовью, ваша Батюшка. Как видим, проект очень благоприятно повлиял на нее, и хочу напомнить, что она победительница. А вы мне напишите в комментариях, за какую пацанку вы болели. Жду от вас пальчики вверх и до новых встреч!